счет не переживайте. Дело вот в чем. Дело в том, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня это продаем. В этом смысле это решение нас никак и не затрагивает. У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Дело совершенно не в этом. И это касается далеко не нас, не только нас. Это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована. А если еще мы будем слушать только потребителей, то тогда это инвестирование сведется к нулю. Все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики. Вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное. Цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает. Мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможных сокращения добычи.